Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван, и мы продолжаем играть на сервере Смотрим на V3. И, как вы поняли по названию ролика, я купил себе 222, но почему я сажусь в E39, не знаю, опять это E39, что серьезно? Такое, короче, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. А перед началом данного ролика я бы вам похотел посоветовать мой конкурс на смотреть третий, а именно прокачка тачка подписчику. Это будет чисто видос, когда мы возьмем тачку подписчика, возможно по Дискорду или по Скайпу, спросим у него вообще что как там, прокачаем его тачечку на серию, запишем видос и т.д. и т.п. Чтобы поучаствовать, вам надо просто выполнить условия, которые все написаны, там лайк, коммент, репост, и прикрепите скриншот, что вы подписаны на мой канал. Это все. Так что ждите итогов конкурса. Ну, я желаю всем удачи и всем приятного просмотра. Давай, давай, давай боку, боку, боком, боком, давай. Ну вот, что меня сбиваешь, я не помню. Фулблаты есть? Нету. Нету. Короче, садимся наш 222. И... О, кстати, подсветочка. Бля, салон офигенный, просто офигенный. Посмотрите эту подсветочку. Фу, кайф, только что это РМ пишет. Не хз. И еще, знаете, пока я ехал сюда, я заметил, что... А чё по вообще управлению? Вот вы видите, где-то как тачка далеко от монитора находится. А вот тут как спереди. Или это чип, или это хз. Чё, давайте попробуем изменить чип. Давайте напишем это 222. Опа, хорошо. У меня где-то был чип для 222. Так, давайте посмотрим. Давайте плюс, например, давайте вот этот очень мягкий чип. Только надо подвесочку нормально, пропорционально сделать. Вот так. Флаги там. Подвеска. А хотя не. Это все равно осталось. Это корявая моделька 22. Понял. Лоханулся уже. В начале, короче, как только купил. Ладно, давайте, где это мой чип, что я сохранял. Вот Майбах есть. Сюда пойдет. Так. Короче, я вышка красавчик опять попался на всякую херь. Теперь давайте заедем, короче, в тюнинг внешний. Гелик. Кто это такой? Рот. Блин, он не продаст. Только за тюнинг, наверное, продаст. Ладно, 4 у нас миллиона есть, мы должны вложиться. Крышка капота. Нету ничего. Спойлера. 110 тысяч. Ага, это шильдики. Вот так, это сток. Потом второе это так, третье это так. А убрать можно. Это все, понял. А что здесь пишется? Vault. Там я не вижу, что пишется. Такое такое. Первое это сток, я понял. А второе это Brabus. Окей, убрать это самое нормальное. Так, расширение арок. А что тут здесь может быть? Наверное, фонари. А нет, серьезно. Ну это Brabus, и чисто второе. Fender это передний сток. Этот убирает все шильдики. Ну блин, без шильдиков ездить, ну прям такое, если честно. Так, а задний бампер, передний бампер. Передний бампер, по идее, должен вот этот первый, это второй. Мат, это третий. В чем прикол? Это вроде рестайлинг третий, да? Вот это уже сложно пошло, потому что и первый хороший, и третий, ну третий слишком прям какой-то носатый, можно так сказать. А решетка не меняется, да, только бампера. А давайте оставим это наконец, давайте задним займемся. Вот этот прикольный, с трубами такими большими. И вот этот. Ну, блин, мне не нравится, когда выхлоп в выхлопе, вот эта фигня, сейчас я заглушу. Автомобиль вот это. Выхлоп один, выхлоп и другом. Это как-то очень кончено смотрится. Давайте вот этот поставим. С такими баночками прям жесткими. Расширение. Ладно, давайте поставим за
110, 190. Ну, типа антихром везде сделали, да. Ну ладно, давайте. Расширение арок. Это сделали передний бампер. Вот передний бампер я прям хз. Может вот этот взять? Сток. А если в третий взять, это такое и такое есть. Но он более такой насад. Давайте вот этот возьмем, мне более он нравится. 910 тысяч. Пау. Кстати, так заводимся. Ну, диски прикольные, кстати. Стоковые, я бы не менял уже на второй тачке подряд. Ну, придется нам поменять. Так, давайте средний профиль ставим. И выберем какие-нибудь диски. Я не подстрекательно, почему эти диски подходят прям всем? Универсальный диск. Че, пацаны, осенью сюда залепим? Ладно, давайте уже выберем и продолжим. 415 тысяч. И так нормально смотрится. Так, давайте. Че, X5. А теперь давайте, короче, поедем на тонировочку. Хотя здесь тонировка есть, но поставим какую-то другую. Но выхлоп прям здесь очень жесткий. Так, оно. О, дырочки. О, нормальный выхлоп, да, пацаны? Сейчас посмотрим, какой это выхлоп. А здесь снизу все спрятано, да? Хотя нет. Где она? О, кукусики, пацаны, выхлоп. Выхлоп интересный, вот. Выхлоп называется, вот, увидеть светлофор. Ставь лайк, если видишь светлофор через выхлоп. Будешь теперь хвастаться между двухклассниками. А вы знаете, я видел светлофор через выхлоп 222-го. Я не сразу подумал, что вы накуренный, короче. А, давайте боковые жопу 80 сделаем. 30 тысяч, вот. А также лучше стиль имеет. Прямо черненький, да? Давай просто посмотрим. Посмотрите, какой он прикольненький. Вот. Ну, если бы еще решетку переднюю антихром бы сделали. Он так хромированно не очень смотрится. Это было бы прям вообще топчик. Короче, пацаны, сейчас будет цвет. Металлик здесь стоит, мат такое. Металлик черный здесь хорошо смотрится. Хамелеон, чего я случайно беру? Ну, черный хорошо. Давайте попробуем его покрасить в бордовый. Во! Кайф, да? Давайте, если что. А, вот эти элементы черные. Блин, надо было сначала покрасить все-таки. Короче, пацаны, совет. Если вы будете покупать 22-й, сначала едьте его красьте, а потом уже тюнить. Ну, красный, смотрите, он тоже неплохо смотрится. Так, теперь желтый, ну, это капец. Желтый, ну, хотя есть свои приколы, там, зеленый, тем более, голубой, нет. А если такой вот синеватый, там, прям синий-синий, такое. Такой, чтобы немного фиолетовый давал, такое. Что еще, какой цвет есть фиолетовый, прям хороший такой. Марганцовка, можно сказать. Такое. А, вот что я хотел. Черный такой, серый. Белый 202. Ну, если честно, белый 202 это уже заезженная тема. Мне понравился вот этот цвет. Кто мне написал, давайте посмотрим. Эвуша. Шо. Хоть и... Сейчас напишет, купить. Так, давайте я зафотался, нужен цвет. Я зафотал так коряво, блин, а что... Ладно, я вижу все равно. 57. Во. 0. 255, 0. Нет. А что там было? 28. Короче, вот этот цвет мне понравился. Опять у нас S-класс, опять он бордовый. Такое. Остановитесь! Первое лицо прям здесь топчик. Даже если не особо прям аж без фар едешь. Так, давайте купим билетиков где-то штук 30. Купить билет. 7500 рублей. Нормой. Так. Он прибежал. Давай. 632 часика, нормально. Лаураль. И давай, что ты хочешь мне еще что-то поставить? Не хочешь. Ну фиг с тобой, ладно.
А, он заспавнил, у него уже лаурель стоял, да. Давай. Вот это, блин, в чате пишется Висалкам 804, это регион. Ну, это прям такое. Спасибо тебе за лаурель. Как раз нормально. Короче, пацаны, вот такой у нас красивенький 222 вышел. Мне он очень нравится, такой вот малиновый. Закат, хочется сразу сказать, и песенки вспоминаются. Поставить тюнинг, диски, номер, потом поставим. Наверное, еще тачки две, потом будем номера ставить. Ну, пока что сохраняем денежки, а то нам, считайте, на две тачки уже надо потратить 16 миллионов на номера. Хотя можно было за эти 16 миллионов купить еще такой же 222 или же новый гелик. Короче, ставьте лайк, если вам понравилась данная серия. Пишите комментарии, если вам что-то не понравилось. Пишите, будем исправляться. Вот, кстати, как вам такой ракурс? Прям для скринчиков топчик. Всем удачи, пацаны, и всем пока. Озетка.